Всем привет! Приветствую вас на своем канале Татьянин Дом. Сходила я в магазин. Сегодня у нас 6 февраля, воскресенье. Сходила в магазин. Собакин, вылазь оттуда. Будешь смотреть, что мама купила. Вылазь. Будешь вместе смотреть. Иди сюда. Вот сюда иди. Иди сюда. Иди. Будешь смотреть, что купила мама. Так, у нас видео привет сегодня, что купила. Так, вот это все, что я купила. Будем смотреть по чеку. Да, пес? Пес, да? Получается так, конфеты лимонные. 236 грамм. Килограмм 204 рубля, 48 рублей, 14 копеек. Конфеты лимонные. Оба-на! Чуть не уронила. 48 рублей 14 копеек. От Баян Сулу. Да, не понравилось. Баян Сулу какой-то, да. Вот, конфеты лимонные. Так, следующее, что у нас получается, и голень куриная. Саянская. Вот. Такая вот голень. Сварю бульончик себе, то, что заболела. И ребенку сделаю еще. Здесь получается 800 или 600. 605 грамм. Они у нас получается 159 рублей 38 копеек. Так, следующее, что у нас? Яйцо белореченское, первая категория, 10 штук, 96 рублей. Вот. Было отборное, но что-то оно какое-то такое ощущение, что пешком шло откуда-то. Поэтому взяла первый. Так, хлеб бутербродный. 650 грамм. Наше дело. Это получается он. Не знаю, кто-то какая-то фирма делает. Но очень вкусный хлеб. Так хлеб пеку. А это вот на сухарики. Ну и так на тосты. Хороший хлеб, потому что он ровненький. На тосты так подходит. Так, две булочки получается. Так, что там дальше у нас? Шоколад Милка. 74 рубля. Вот, шоколад Милка с орехом. Вкусный, наверное. Ребенок любит, я их вообще не ем, эти шоколадки. Так, получается, вязанка классическая колбаса, 265 рублей килограмм, палочка 266. Вот такая классическая вязанка. Берем или докторскую, или молочную, или вот такую вот вкусную она. Так, следующее, что у нас получается? Крупа гречневая, 109 рублей килограмм, 131 рубль, это получается 1 килограмм 206 грамм, 131 рубль 45 копеек. Вот такую взяла, потому что вот если в такой упаковке, вот допустим, или олейка там, или что-то другое, почти 200 рублей, или 170, или 180, собаки варим. Вот, это гречка. Так, следующее, что у нас? Овсяные хлопья. Геркулес. 400 грамм. 32 рубля. Это я вот овсяные хлопья себе буду есть, чтобы не болеть. Так, следующая заправка для салатов. Сен сой в ассортименте. 32 рубля. Очень хорошая. Часто берем, делаем салатики с капустой, с морковкой там. Лучком с репчатым. Здесь вот даже есть рецепты. Салат витаминный, легкий салат с зеленью и ветчиной. Сенсой. Хорошие вот они. У них еще есть вот цитрусовая, еще есть лимонная, вишневая, грейпфрутовая. И, по-моему, еще какая-то. Не помню какая. Вот.
Правка. Так. Бьюти-средство для стекол. Запаска 500 грамм. Две штуки. Получается, две штуки по цене одного. Блиц очень хороший. Я и керамическую плитку чищу. И для зеркал, для стекол вообще изумительно. То есть оно идет две штуки за 111 рублей. То есть первый вот и второй. И хорошо разбрызгивает. Растекает хорошо. Так, следующее. Молоко. Любимая чашка. 62 рубля 80. 62 рубля. Вот 3,2%. Вот такая любимая чашка. Всегда беру домашенка, но сегодня что-то не было. Пришлось такое брать. Так, макаронные изделия. Макаронные изделия Баттежа дель Соле. Итальянские спагетти. 500 грамм. 47 рублей. Вот такие они из твердых сортов пшеницы. Макароны еще брала. Очень хорошие они. Долго не варятся. 5-7 минут и уже готовы. Очень хорошая вот эта вот именно серия. Хорошая, нам нравится. Так, что там еще у нас? И дрожжи, получается, Safe Flavor. 100 грамм я взяла. Пеку хлеб. Вот. Взяла в этот раз такие, потому что большие. Маленькие взяла пакетик, что-то хлеб пекла вчера, не подошел. Итого у меня получилось 1180 рублей 97 копеек. Что-то налог сегодня не содрали. Покупок 13. А, нет, налог. Нет, не было налога. Не содрали сегодня налог. Вот такие дела. 1180 97 копеек. И еще зашла в этот. Для кота купила корм. Другой магазин у нас. Это получается Вискас. За 132 рубля. Вискас. Полкилограмма. И килограмм. Получается, что это? Китикет, по-моему, мясной. Да, китикет мяса. На 100 сколько это рублей? 113, что ли? Или 131? 113 рублей. Вот так сходила сегодня я за хлебушком. Сходила в магазин. Магазин у нас недалеко. Ну, сколько где-то минут? Минут 15 туда шла, минут 20 обратно. Да, собака? Вот у меня такой расцвел декабрист сегодня. Алый. Красивый. И еще вот купила. Не купила, дочь мне купила такую сумочку. Хотела показать. Хорошая, удобная. Не надо тратить пакеты. На пакеты их. С Франции привезла. Лиля, по-моему, она ездила. Лиля или куда она ездила? В Францию. Вот привезла такую сумку. Выдерживает, по-моему, если я не ошибаюсь, 20 килограмм. Ну, тяжеленькая, тяжело нести такая. Она прочная, хорошая сумка. Так что это лучше, чем пакеты, конечно. Я отказалась от пакетов, потому что не знаешь, куда их девать. Так что вот такие дела. Подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Всем пока-пока. До новых встреч. Да, Джей? Да. Скажи, до новых встреч. Пока-пока.